Всем привет! Вы на канале Тут Обзоры. Сегодня хотел бы с вами поделиться интересными DC-атрибутами Хэнками. Хэнки — это отдельная, весьма новая категория DC-культуры. Основным отличием от классических платков является наличие оригинального принта на одной из сторон. В повседневной жизни Хэнк используется практически для тех же целей, что и обычный платок. И можно протереть клинок ножа, вытереть руки, прикрыть рот, протереть стекла очков, либо просто завернуть что-либо. Хэнки изготавливаются из различных материалов – замша, хлопок, микрофибра или даже шелк. Мои Хэнки я заказываю уже не первый раз у Гранта. Его платки изготовлены очень качественно, есть множество различных принтов от классического до космического. Это не реклама, просто хочу отблагодарить Гранта за подарки, которые он мне присылает, и чтобы мои подписчики покупали качественные, при этом дорогие товары. Ссылки на его сообщество ВКонтакте и Телеграм я оставлю в комментариях. Пока!